В школе, внимание учителя, оно рассеивается по всему классу. Я считаю, что школа, она не дает достаточного образования, чтобы сдать ЕГЭ. В школе можно подготовиться исключительно на 70, мне так кажется, от 70 до 80 баллов. Да, на курсах все более углубленно изучается, все прям детальки каждого, каждого номера, все прям все темки прорабатываются. В школе, конечно, такого нету. Это было очень здорово. Во-первых, я пришла сюда с подругой, и, это сразу мне легче было. Потом очень хороший коллектив попался. Мы прям приходили на занятия и отдыхали душой. Вот. Но при этом, конечно, занимались. И еще понравилось то, что было очень много экспериментов. То есть мы прям все, нюхали, трогали, смотрели. Все прям это было на живое. Это было очень здорово. Вот. Конечно, Александр Сергеевич, он объясняет просто как Бог. Наглядно показал, что химия очень красива. Вот. И потом была новогодняя викторина у нас химическая. Александр Сергеевич составил там слайды, мы разделились на команды, и вот там химические всякие вопросы были интересные. Очень мне тоже понравилось тогда. Домашние задания мне понравились. Александр Сергеевич нам устраивал 3 или 4 пробника. Вот мы сюда приезжали в школу, он нам раздал прям бланки, все прям только таблицы, как на настоящем ЕГЭ. Мне кажется, это был очень полезный опыт. Во-первых, как же посмотреть, на что это вообще можно рассчитывать, потом, погрузиться вот в эту, в эту атмосферу сдачи экзамена, и потом, просто проверить свои возможности, свои силы. По баллам я химию на 100 написала. Когда я вышла из аудитории с экзамена, я была уверена, что у меня будет хороший балл. Когда ты доходишь до результата, ты такой кайф испытываешь. И когда он еще правильный, это просто прям греет душу. Я там с трясущимися руками открываю свою таблицу, смотрю, первичные 60, и получается вторичные 100. И я начинаю, я вскрикнула, я говорю, там, у меня 100. Во-первых, без вас я бы не справилась, без вашей школы, это правда. Вот. Здесь как семья большая, которая дает, во-первых, очень много информации, потом очень много положительных эмоций, позитива, заряда. Просто я очень довольна, что сюда пошла.